Всем привет и добро пожаловать в мое новое парфюмерное видео. Сегодня вместе с вами будем открывать посылочку из интернет-магазина Рандеву. А посылочка из интернет-магазина Рандеву — это всегда для нас праздник. Для меня праздник и для вас праздник, потому что я знаю, вы любите смотреть подобные распаковки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам лучше показывать, уже распакованную посылку или сейчас вместе на камеру будем с вами все открывать. Ну что, давайте. Откроем, постараемся. Вот так вот мистером ложечком все разрезать, все аккуратненько. Так, все, посылка приехала мне с деком довольно-таки быстро, ну буквально, мне кажется, дня за 4 быстренько ее скомпоновали, все товары были в наличии. Пока открываю посылку, скажу вам важную информацию, то что, например, я узнала, что с 11 по 13 сентября на Рандеву будет скидка, ну то есть уже идет, когда я снимаю, сейчас у меня небольшой отпуск, да, поэтому я запоздала с этой информацией, но я думаю, вам будет анализ кстати, кто любит вот такие вот форматы аромабоксов. В общем, скидка 40% на все аромабоксы, то есть всего 72 часа. Успевайте воспользоваться этой акцией, пожалуйста, да, посмотрите, вот и мой аромабокс стоит, тоже будет с этой скидкой. К тому же промокод 10 Тверская даст вам дополнительную скидку в размере 10%, суммирует со всеми скидками и акциями на сайте, действует при заказе от 2500 рублей. Ну, в общем, вы все знаете, кто не знает, кто у меня на канале впервые, повторяю, мой авторский аромабокс The Best Parfum Ольга Тверская, довольно-таки бюджетный, при этом содержит, посмотрите, какие классные парфюмерные композиции, одна ниша и Нишане, Хандри, Сайлент Вейнс, и Атомная Роза, и Ницо, и Last in Paradise. А в общем, Экс Нила. Ну, в общем, и такое вот оформление. Хотите мою частичку иметь у себя дома, пожалуйста, к вашим услугам мой промокод. И можете это заказать в интернет-магазине Рандеву. Так, уже сверху тут что-то не так. Это всем сейчас кладут. Можно написать, что понравилось, что не понравилось. Вот здесь такая вот огромная подушка безопасности. Да, посылка небольшая, но тут все очень ценное. Дело в том, что, естественно, по объективным причинам цены сейчас дорожают, но я до сих пор нахожу, что на Рандеву они самые-самые низкие. С вашего позволения закрою рот и открою посылку, а то шебуршание заглушает звуки. Та-дам! Вот так вот открыли, и тут вот. Значит, первая часть распаковки основная будет здесь. Вторую часть вы можете посмотреть на моем канале Яндекс.Дзен. Ссылку кликабельную вам оставлю. Приходите на мой канал, и уже там, чтобы у меня был контент, чтобы тоже были просмотры, покажу, что еще я купила. Тут и бюджетные, и дорогие приобретения, и все, поверьте уж, мне очень и очень желанные. Так, что у нас тут первенькое? Первенькое, что мне попадается под руку, это бренд Mancera, парфюмерная композиция, называется Lovely Garden. Дело в том, что недавно я еще заказывала одну подобную парфюмерную композицию на Рандеву от бренда Mancera, но мне пришлось от нее избавиться, потому что я, собственно, это перепутала. Ароматы, покупаю это все вслепую, хотела вот Lovely Garden, перепутала, взяла другой парфюм, но он уже нашел свои любящие ручки. Это тоже вслепую, Lovely Garden. Быстро сейчас будут по-быстренькому только первые впечатления, естественно, да, потом разношу парфюм, вам расскажу, что и как это пахнет. В общем, смотрите, такая вот классическая золотая коробочка Mancera. Mancera раньше строила, насколько я помню, на 2000 дешевле относительно 120 миллилитров, но все равно до сих пор на Рандеву, мне кажется, самые, ну, по моему мнению, самые выгодные цены. Вот такой вот стандартный мешочек, и на фотографии очень красивый флакончик с цветочками. Так, Lovely Garden, давай, открывайся, пожалуйста. Ой, так, все. Он тут здесь так плотно сидит, крышка, я уже вижу на магните. Вот он выходит из своего домика. Сюда буду все складывать. Вот, смотрите, какая красота с цветочком. А все вот это вот, не знаю, нанесу, наверное, на руку и скажу вам, чем это пахнет. Так вот. Очень хорошее распыление. Так, пахнет это мульти такой фруктовой корзинкой, но уже по-другому, чем предыдущий парфюм. Пахнет немножечко корицей, сладко, фруктово, даже чуть-чуть есть такие отголоски жвачки, знаете, такой, очень вкусно пахнет. Так, сейчас на сайте 120 миллилитров стоит 10 220 рублей, тут подсказочку комп включила, но минус 10% в промокод 10 Тверская обойдется вам дешевле. Тут ноты у нас корица, розовый перец, мандарин, апельсин,
апельсин, тубероза, пачули, турецкая роза, амбра, пудровые ноты, ладан, мускус, ирис и... Ирис, производство Франция, французский парфюм, да, вот он мне, по-моему, больше понравился, но посмотрим, как будет в базе, и я вам все расскажу. Если у вас есть такая парфюмерная композиция, пишите мне, пожалуйста, свои впечатления о ней. Так, вот это вот все отставляем сюда. Так, и что тут у меня еще? Так, новиночка от бренда Монталь. Я еще одну жду, пока ее никак нету, она у меня стоит в избранном, если вы не знали, можно ставить на рандеву товара в избранные, сердечки ставите, когда товар появится, вам придет уведомление. Итак, новинка 2023 года от бренда Монталь, «Путешествие в Милан», называется парфюмерная композиция. Я хочу еще «Путешествие в Париж», и в предыдущей посылке я вам показывала еще один аромат классный на тему вишни, тоже новиночку от Монталь. Так, ну что, все вот это вот вам показываю и раскрываю. Тут коробочка, смотрите, с изображением Милана. Так, сейчас, где у нас тут Монталь, открою, чтобы посмотреть, какие ноты, потом и вам сказать. Сейчас не буду говорить, зачитывать, да, сейчас просто открою и скажу вам, чем это мне пахнет с первых нот, да, а потом зачитаю нотки. Здесь вот так вот все, как полагается, мешочек такой вот, причем стандартный для бренда Монталь, такой похожий на чехольчик от зонтика. Так, сейчас посмотрю, сколько у нас Монталька стоит. 9392, кстати, подешевела. Я за 10 с лишним приобретала, вот уже новиночка дешевеет. На рандеву нужно все цены мониторить, потому что плюс-минус 1000, а то и 2000 рублей всегда бывает, да, вот такая вот разница. Всегда нужно ловить, когда выгоднее. Ну, в общем, в принципе, что я и сделала. «Путешествие в Милан». Вот такой красивый, смотрите, флакон, да, просто великолепный. Колесо вот это вот, смерти, которое похититель ароматов нам описывал. Наносим по-быстренькому на другую руку. Говорю вам, первое впечатление. Так, первое впечатление – это цитрусовый зеленый парфюм. Тоже с какой-то конфетной такой вот составляющей, шипучей, с пузырьками, пряный такой с кислинкой, пряный с кислинкой и с зеленцой. Так, давайте я зачитаю, какие ноты вам, чтобы... Ну, вы не лазили и не смотрели. Так, фруктовые ноты, кофе, тубероза, дамасская роза, гвоздика, янтарь, карамель, мускус и ваниль. Так, вот сейчас уже начинает проявляться кофе, но кофе, он, знаете, такой фруктовый. Ну, это, опять же, первое впечатление. Как он раскроется, расскажу вам в одном из следующих видео. Кстати, по интенсивности Мансера пахнет интенсивнее, чем этот Монталь. Что странно, потому что Монтали обычно сильнее пахнут, чем бренд Мансера. Тут у меня что такое? Что это у меня такое? О, знаете, что я хотела, ловила, наверное, месяца два и наконец-то поймала на рандеву. Такая коробка, мне, кстати, менеджера предупредили, что это будет новый формат. И к своему стыду я уже забыла, как это открывается. Потому что, когда я покупала прошлый флакончик, я, по-моему, все сломала. Итак, это... Так... Так, вот так, по-моему, да? Вот, да, правильно, я открыла. Это бренд Герметика. Герметика, если кто не знал, то Герметика – это дочерний бренд фирмы Мэма. Ну, все помнят, французская кожа, итальянская кожа. Так что вот, парфюмерная композиция называется Эпир. В общем, посвящена груши и разнообразным фруктовым нотам. Уж очень хвалили этот аромат в отзывах и на фрагрантике, а на просторах, собственно-то, Ютуба. Ловила и выловила. И по сей день он есть. Сейчас посмотрю, сколько он стоит. Эпир. Где-то Герметика Эпир. Так, сейчас, мои хорошие. Посмотрим. Да, 12 077 рублей. Ну, вот за столько я приобретала. И еще используя промокод на 10%, как всегда, получается бюджетнее, да? Так, все ноты не буду читать. Я знаю, что фруктовые, тут каких только фруктовых нот нету, и пудровые. Так, и вот сюда на сгиб локтя нанесу. Так, слушайте, абсолютно не маслянистая структура, хотя я знаю, что эти парфюмы бесспиртовые. Так, пахнет очень классно, вообще ни на что не похоже. Действительно пахнет свежеразрезанной грушей, пудровыми нотами и разными-разными цитрусами, которые на отдельные ноты с первого пшика не расчленяются. Но каждому парфюму, мы все с вами знаем, нужно отстояться, настояться, набрать свой дух после первого пшика. А поэтому
Первые впечатления всегда такие, да, что тут у нас в нотах. Это, кстати, новинка 2022 года. Сандал, мандарин, яблоко, гелиотроп, ландыш, мускус, малина, черная смородина, гордыня, жасмин, янтарь, черный перец, бобы танка, ветивер, карамель, ваниль, мох, кедр и персик. В общем, вы все знаете, что свои парфюмы я приобретаю, если вслепую, как и этот, да, по ароматной пирамиде, по отзывам. С первого впечатления я его смогу носить, он такой больше свежий, в нем нет приторной сладости. Но опять же, это только первое впечатление, как раскроется, мы с вами посмотрим. Так, что у нас тут с вами на сладенькое? А на сладенькое, вот, смотрите. Наконец-то на рандеву я заказала что-то от бренда Шанель. Шанель от нас уходит, нужно поспешить, да, затариться любимыми парфюмерными композициями. И здесь у меня Allure Sensuelle Eau de Toilette, туалетная вода. Этот аромат был у меня довольно-таки давно, наверное, лет больше десятка лет назад. Очень мне нравился, казался немножечко такой в мужскую сторону. Ну что, вот там, давайте распакуем, давайте посмотрим. Целая сотка. Сейчас расскажу вам, сколько она стоит на настоящий момент. Ну, вот данные, да, цены. Ну, вот мне кажется, я также и покупала его... 17 499 рублей. Ну, еще минус промокод, естественно. Давайте распечатаем. Я обновлю свои впечатления и вам расскажу, как это пахнет для меня сейчас. Потому что этот аромат, еще раз повторюсь, я не вдыхала довольно длительное время, да? Ой, слушайте, ну праздник души, который укладывается за каких-то 11 минут сейчас, а нужно было тянуть буквально часами. Но что не сделаешь, для вас, любимые зрители, подписчики. Кстати, не забывайте подписываться, ставить, поддерживать лайки, потому что сейчас вести парфюмерный канал довольно-таки тяжело, потому что не все нам присылают в рамках сотрудничества, что-то приходится заказывать, естественно, самим. Ну, я имею в виду блогерами. А если вы хотите точно так же, то, пожалуйста, открывайте свои YouTube-каналы, и рандеву к вам тоже придет. Я об этом более чем уверена. Так, Allure, смотрим, да, вот такой вот. О, ничем не пахнет, но я знаю, что он будет звонкий, цитрусовый. Вот сюда мы с вами его нанесем. Буду сегодня пахнуть всем и сразу, да, нанесу все и сразу на себя, как то песня. Да, это цитрусовый, очень звонкий, с пачульными нотами аромат. Где он у меня тут? Ага, вот он у меня тут, бергамот, розовый перец, мандарин, ирис, жасмин, ветивер, сухофрукты, роза, амбра, пачули, ладан, мускус, ваниль, парфюмер Жак Польш, да. Слушайте, с удовольствием буду носить, хотя действительно есть здесь какой-то налет времени в парфюмерной композиции. Сейчас мы привыкли к чему-то более такому сладкому, специевому, коричневому, фруктовому. А вот такие вот цветочно-цитрусовые классические парфюмерные композиции уже немножечко подзабыли. Но я решила, что для особых случаев этот парфюм должен быть обязательно у меня в коллекции. Пишите, есть ли у вас туалетная вода Allure Sensuelle? Если нет, пожалуйста, вы всего в двух шагах от приобретения, так же, как и я. Тем более, что мне кажется, что выгоднее цен на Шанель и не найдешь. Ну все, мои хорошие, на этом завершаю это видео. Переходите на Яндекс.Дзен, там будет продолжение этой распаковки. А я вам всем говорю пока-пока, всех целую. До скорых новых встреч, конечно же, еще увидимся.